Сайрам, дорогие друзья! Всем привет из солнечного Цюриха! Но он сегодня не очень солнечный, а обычно, да, все в порядке. Отправимся с вами в одно не очень обычное место, в которое мы с вами вместе еще не ходили. Это Second Hand. Second Hand в городе Цюрих. И принадлежит он одной социальной организации, которая называется «Ковчег». Эта организация помогает людям интегрироваться, если у них какие-то проблемы возникают. Или иностранцам, которые приезжают в Швейцарию, и у них трудности, да, с акклиматизацией, так сказать. Там продаются вещи, которые приносят просто местные жители, в том числе и я. Если что-то уже не нужно, но оно находится в отличном состоянии, то можно отнести, и оно еще кому-то послужит. И мне нужно найти особенную вещь, которая связана с Рождеством. И если я ее найду там, я вам ее обязательно покажу. Ну, пошли вместе. Друзья, мы пришли с вами в Second Hand, в котором можно найти абсолютно все. От носков до короны. С бриллиантами я имела в виду. Обычно во время Рождества здесь бывает чудесная декорация, но в этом году они ее отменили, решили сделать чудесную декорацию на лето. А это бистро. Здесь можно пообедать или взять ланч с собой. А этого дяденьку я вообще впервые вижу. Наверное, новый житель этого секонд-хенда. Винтажная канатная дорога.
нашла я в секонд-хенде то, что искала. Приду домой, покажу. Тем временем пошел снежок. Зимняя сказка опять начинается. Секонд-хенда, и сейчас я вам похвастаюсь, что же я там такого интересного нашла. А нашла я вот такую сумочку всего за $5, о которой давно мечтала. Мне была нужна такая сумочка, чтобы складывать туда свои блогерские штучки. Зарядное устройство, стабилизатор, ну и другие нужные вещи. А еще перед выходом у меня сломались наушники. И там я купила абсолютно новые наушники Apple, которые раза в 3 дешевле стоили. Единственное, мне нужно переходник туда подсоединять, но он у меня есть. Но самое главное, ну это очень важные вещи, но самое главное я вам сейчас покажу. А вот и самое главное, что я искала. Это такая интересная вазочка, угадайте для чего? Was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door. Друзья, нежданно-негаданно я попала в зимнюю сказку. Короткая поездка на таком вот историческом трамвайчике. И вы на горе в городе Цюрих. Эта гора называется Цюрихская, Цюриберг. Совсем недалеко от дома, всего лишь полчаса езды, и уже зимняя сказка. Вот не ожидала. Очередь в кассу на каток. Наконец я попала туда, куда давно мечтала попасть. Ну, пойду попробую себя на льду. Это еще не я. Последний раз на коньках я каталась 7 лет назад в городе Базель. А сегодня у меня премьера в Цюрихе. Now I
как здорово! Мечта. Зашла погреться. Тут классные такие ящики есть, и обувь все оставляют свою. Кто где? Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before. As they walk
Только что мы побывали с вами на одном из самых больших открытых катков Европы. Этот каток был построен почти 100 лет назад, и его величина составляет 6000 квадратных метров. Каток принадлежит пятизвездочному отелю «Дольдер». Этот отель тоже очень замечательный, и мы с вами в нем скоро побываем. Весьма странное ощущение. После коньков идти в сапогах, как будто ты в одних носках идешь. Необычно. Посмотрите, какие тут сугробы намели. Мама мия! В Цюрихе нету ни снежинки, а здесь у нас буквально в нескольких минутах от города такой снежище. Представляете, вот эти старинные деревянные сиденья с подогревом. Чудо расчудесное. На продажу стоят сами по себе. Оперный театр Цюриха. Красавец. Уже несколько месяцев в нем не была. Обычно на этой площади бывает огромный рождественский базар. Ну, молодежь никакие морозы не останавливают, и никакие пандемии с коронами. Пятница есть пятница. Shine on,